очень рекомендую вам приготовить такой кекс. Делается очень быстро, из самых простых ингредиентов, мягенький, очень мягенький, даже на следующий день. Если, конечно, останется. Ну, обычно у нас не остается. Очень вкусно. Итак, поехали. В миску вбиваю 3 яйца. Отправляю чашку молочка, чашку сахарку, 100 мл растительного масла без запаха, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки куркумы, пакетик разрыхлителя 10 грамм, ванили по вкусу. И все это дело хорошо перемешиваем. 30 секунд и готово. Добавляю просеянную муку. Сначала чашку. Вторую чашку. И размешиваю. Тесто должно получиться, как густая сметана. Вижу, что жидко. Добавляю еще половинку муки. И опять хорошо перемешиваю. Какой же кекс без изюма? У меня он заранее запаренный. Я его промокнула салфеточкой от лишней водички. Перемешиваю. Ну все, тесто готово. Займусь формой. Беру сливочное масло и натираю форму. Так прям хорошенечко его. Стеночки. Потому что кекс очень хорошо подымется. Насыпаю немножко муки. Ложку 2. И хорошо это все дело вот так вот разравниваю. Все лишнее я, конечно же, уберу. Вот какая форма у меня получилась. Лишнюю муку я струсила. Отправляю тесто в форму. Вот такая красота получилась. Отправляю в уже разогретую духовку до 160 градусов. Примерно, ну, на 45-50 минут. Так, кекс провел у меня в духовочке 50 минут. Испекся хорошо. Даю ему остыть прямо в форме. И будем разрезать. Посмотрите, какое чудо у нас получилось. Остыл. Я его хотела чем-то залить, но не хочу заморачиваться. Честно скажу, просто посыплю его сахарной пудрой. Он очень вкусный, даже и без заливочки всякой. Красота. Сейчас же разрежем, посмотрим, что там. Очень простой рецепт. Очень простые ингредиенты. Делается, вы видели, все очень быстро, все смешал. Посмотрите, какой желтенький, мягенький и очень вкусный. Пробую. Да, с компотиком. Мы любим компот даже в холодные времена. Вместо изюма можно добавить мак, кокос, фрукты, мороженое, свежее, да все что угодно. Так что пробуйте, экспериментируйте. Приятного аппетита!